Компания Fanta Wild Animation представляет. Продюсер Мин Кли. Автор сценария Ай Хуа Юн. Режиссер Мин Куан Хэ. Композитор Ю Жуо. Приключения мастера кунг-фу. В предыдущей серии... Посмотри на воина, что дрался с Нианом. Где он сейчас и можно ли его найти? Быстро! Давай схватим его! Чего ему от нас надо? Пока, бычара! Поймал тебя! На этот раз ты попался, несносный мальчишка! 18-я серия. Я не могу больше держаться! Помогите, я упаду! Но не тебе со мной тягаться. Не заставляй меня спускаться. Что это? Его боевой рог? Ой, смотри, это знак Поляриса. Он один из нас. Что? Знак Поляриса? Это мой учитель? Мой господин. Ну, ты разделался с мальчишкой. Видите ли, мой господин. Опять! Я сотру в порошок этих никчемных хорьков. Ты должен был убедиться, что план сработает. Как он сумел убежать? Ниан, мой великий господин. Хорьки почти схватили мальчишку и уничтожили его корабль, но сильный зверь спас их. Теперь Хофен у этого зверя. Да, ваше величество. Мой господин, я живу только ради вас. Ваше величество, я знаю, где бык держит мальчишку. Знаю. Бык? Да, он живет на окраине вулкана, и с ним нужно считаться. Молод жив. Они не должны уйти. Скажи хорькам, чтобы следили за каждым их шагом. Конечно, мой господин. Вулкан сыграет за нас, когда будем ловить мальчишку. Молись, молот, мы встретимся снова. Учитель, я знаю, что вы встали не с того копыта, но вы научите меня кунг-фу. А? Подождите. Завтра утром мы начнем обучение. Ура!
Шаломе. Эй, Шалом, проснись. Что случилось? Учитель Гром научил меня действовать быстро и точно. Пузо преодолевать силу с помощью тайцзи. Чему же может научить меня мастер Молот? Откуда я знаю? Единственное, что скажу, ты должен быть терпеливым, изучая кунг-фу. Все, чему тебя научили, пригодится тебе в последней схватке с Нианом. Понял? Время спать. Конечно. Я уже готов к битве с Нианом. Я знаю, что я быстр, и я готов принять вызов. Чему может научить меня мастер Молот, чего я не знаю? А? Шалун. Я ничего не понимаю в кунг-фу. Прекрати задавать дурацкие вопросы. Не могу спать на этой деревяшке. Спина болит. Дай заснуть. А я думал, ты все знаешь. А ты поспи. Завтра сам все узнаешь. Вау! Злобный старый молот каждый день заставляет меня работать. А как насчет обучения кунг-фу? Пока ничего. Я должен поддерживать огонь, ковать железо и возить камни. Хотел бы я, чтобы тигры Пузо были тут. Они не делали из меня ломовую лошадь. Успокойся. Он не должен слышать, что ты говоришь. И что? Мне все равно. У меня нет времени заниматься кунг-фу. Я могу все забыть, если буду только работать. И что тогда? Как мне побороть Ниана? Работать? Ты должен довериться мастеру. Значит, есть причина. Разжигай огонь, кали дрова, даже если не знаешь зачем. Подчиняйся приказам. Знаю, что трудно, но помни об отце с матерью и всех жителях. Они ждут спасения! Ты чего, забыл? Два болвана, где вас носило? Это не я. Вот тупица. Даже слышать не хочу. Я не тупица. Да заткнись. Шеф, вы знаете, что мы верны вам и готовы исполнить любое задание. У меня для вас плохие новости. Ниан взбешен вашим провалом и велел прикончить вас обоих. Нет, шеф, прошу, спасите нас. Мы сделаем что угодно, только не убивайте. Что угодно, пожалуйста, пощадите. Хотя бы меня, прошу вас. Я решил дать вам последний шанс. Последний?
Шанс? Вскоре будет извержение вулкана. Когда это произойдет, господин Ниан избавится от негодного мальчишки. А до тех пор ваша задача — задержать Молота и Хоффена, чтобы они не убежали, когда явится господин Ниан. Вам понятно? Понятно. Да. Предупреждаю, если из-за вас, идиоты, господин Ниан потерпит неудачу, он лично разделается с вами. Тогда уж лучше бросайтесь в кипящую лаву. Пошли, живо! А ты, Хоффен, наслаждайся остатками жизни. Ну и темень. Болтун, мы заблудились! Да, идиот! Ты ведь должен был найти дорогу! Смотри, куда идешь, болван! Сюда! Поторопись! Иди ко мне. Снова здесь, мы ведь шли всю ночь. Ленивые дураки, почему спите? Я велел искать Молота, а не спать. Нет, шеф, мы шли всю ночь, но опять оказались в начале пути. Это лабиринт, мы не можем выбраться. Неужели? Да, мы всю ночь ходили кругами. Тогда идите и найдите быка. Но, шеф, смилуйтесь, мы очень устали, нам нужно поспать. Да, поспать. Ах, поспать! На том свете отоспитесь. Если не найдете быка и мальчишку, господин Ниан сдерет с вас шкуру! Ну и достал меня этот ворон, вечно нами командует. Свалил на нас всю грязную работу, а сам развлекается. Но придет время, и я сверну ему шею! Я хочу есть. Давай перекусим. Да забудь ты о своем желудке. Если ошибемся, то съедят нас с тобой. Посмотри на это место. Тут даже муравьев нет. Нас никогда не наградят за работу. Ты чего, не понял? Дом! Ты еще голоден? Пойдем посмотрим. Там еда? Должно быть. Пойдем проверим.
Что я здесь делаю? Этот ворчливый бык заставляет меня работать, как ломовую лошадь, и не учит кунг-фу. Может, он и не начнет меня учить. Надо придумать, как отсюда выбраться. Горячо. Труба! Если мы через нее пролезем, все на кухне будет нашим. Еда! Веревка есть? Смотри! Высоко! Сначала я сломаю эту штуку. Что на этот раз? Не стоит беспокоиться. И что, нашли их? Пока нет. Не волнуйтесь, мы их найдем. Где они? Молот забрал Хватана в свой дом. Я так и знала, это хорошо. Чем занят малец? Чем занят? Ну, он... Говори. Каждый день работает. Что, работает? А молот учит его кунг-фу? Да, точно. Это какой-то кунг-фу. Он двигается вот так и кряхтит. Вот так. Понятно. Вы двое оставайтесь и следите за ними, а я доложу няну. Мы должны остаться здесь? Да? Да. Есть проблемы? Нет, шеф, никаких проблем. Спокойствие. Когда господин Ян победит, вы будете щедро вознаграждены. Правда, шеф? Что? Вы мне не верите? Конечно, верим. Мы верим в вас, как в самих себя. Ну правда, почеглаза! А, да-да-да-да. Следите за ними и ждите моего возвращения. Конечно! Счастливого пути! Боже! Что ты делаешь? Умираю с голоду. Болван! Найди настоящую еду! Но мы должны оставаться здесь! Назвать тебя идиотом значит оскорбить всех идиотов! Опять заклинило, да? Видишь, мерзкий ворон уже улетел! Улетел? Пока его нет, мы можем отдыхать! Забудь! Я просто мечтаю, что у тебя когда-нибудь вырастет мозг! Пошли, нам нужна еда! Время занятий. Ура! Наконец-то перерыв! Малыш кунг-фу может отдохнуть! Хофан, ты куда? Вернись! Разве он мне сказал начинать работу? Хофан, вставай немедленно! Эй, Хофан! Хофан! Хватит сочковать! Да что с тобой? Ты должен делать то, что сказал мастер! Он разозлится, если увидит, что ты тут отлыниваешь! Вставай, Хофан! Вставай! Хофен! Хофен, поднимайся! Учитель зовет тебя! Ох, тебе и влетит, Хофен! Ну давай же, вставай! Чанчжу! Смирно! Почему не работаешь? Работа бесполезна! Я ничему не учусь! Бесполезно? Иди за мной! В следующей серии. Вот небесный жезл, Хофен. Если ты его поднимешь, можешь уходить.
Все готово? Господин Ниан скоро прибудет. Учитель, скоро будет извержение, нам нужно спасаться. Если я сброшу в жерло этот снег, он охладит вулкан и остановит извержение. Смотри! Золотые доспехи, которые носил воин молот благородный. Это ты! Ты! Фильм озвучен студией «Инис» по заказу компании Central Partnership. Yeah.